Более 6200 зданий разрушено в результате подземных толчков. Об этом говорится в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции. Компания космических технологий, которая называется Mahar Technologies, показала жуткие фото разрушенного турецкого города Антакья. На фото видны полностью уничтоженные стихии района города. Кроме того, из-за смещения геологических плит изменился уровень моря. К примеру, дороги в прибрежной зоне провинции Хатай оказались затоплены. Оттуда пришлось эвакуировать людей. Однако поднявшийся уровень воды не помешал экстренным службам справиться с пожаром в турецком порту Искендерун. Спустя 3 дня борьбы с пламенем пожар полностью потушен. И об этом сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своем твиттер. По его словам, в настоящее время специалисты продолжают остужать территорию порта. Сейчас в Турции наблюдаются проблемы в сфере связи. И в частности, при доступе к учетным записям соцсетей пользователи сталкиваются с рядом технических проблем, о чем сообщает вице-президент Турции Фуат Октай. В целом, поисково-спасательные работы продолжаются. И по последним данным известно о 12 873 погибших в Турции и 3480 в Сирии. К сожалению, доставка гуманитарной помощи в Сирию затруднена из-за разрушений в районе пограничного перехода Баб-эль-Хава, единственного гуманитарного коридора между Турцией и Сирией.